Учений, який придумав машину. Ну, Сойер – такий медведь, і він дуже любив купатися. Том Сойер – це такий колечко, щоб в море бачити. А колечко треба бачити, щоб вернутися. Том Сойер – це такий садовник, він вирощує цвіти. Шерлок Холмс – це український футболіст. Шерлок Холмс – это заяц, который очень любил есть. Шоколадка Шерлок Холмс для детей. Ну, Шерлок Холмс – это название какого-то пирожного или тортика. Научились такие придумали ракету. Тирус – это такой пингвин. Он очень любил играть в снежки. А есть еще такие кистары, называются Наутилус. Наутилус – это прическа большая у женщин, которые ходили в бальных платьях в старину. Да, Троян – це такий мушкетер, який вміє кататися на коні, битися мечом. Та Троян – це такий лисиця. Вона любила грати в порядки, догонялки. Да, Троян, я ще не знаю. Фанатик. Из неба полетел. Дардиньян – это лампа, большая лампа, которая дает очень яркий свет. Инсиандр – это такая тваринка, которая живет на Сочи, маленькая и пухнастая. И хижа. Истиандр – это такой кит, который любил пускать фонтан. Истиандр – это песок, чтобы работал фонарик. Фонарик надо засыпать песок такой специальный, фонарический. Истиандр – это писатель. Он пишет хорошие детские сказки. Мамуся – це корова, а Герасим – це пастух. Герасим і Муму – це корова і лошадка, яка любила читати книжки. Муму? Корова. Герасим – это специально для коровы. Това такая. Чтобы Муму ее ели. Муму – это такая женщина, которая много разговаривает по телефону. А Герасим, он чинит ее телефон, когда он ломается.